Ускорить исследования и разработки в области блокчейн планируют Аризонский государственный университет и разработчик цифровой валюты для платежей DashCorp. Согласно подписанному на $300 000 контракту, учреждается специальная стипендия Dash в размере $100 000. Еще столько же пойдет на финансирование исследовательской лаборатории Blockchain Research. LuminaStreetLab получит $50 000 для проектов с открытыми исходными кодами, а также разработки курсов по изучению блокчейна. Такие компании, как GoCoin, Strike Social и Pika, также стали официальными партнерами криптовалюты Dash. Генеральный директор DashCorp Райан Тейлор сказал, что интеграция этих компаний с Dash повысит доступность криптовалюты в качестве альтернативной формы оплаты уже в ближайшее время.